Димич, расскажи, что мы сейчас сделали? Разгрузили лодку, да? Ну, как бы не совсем разгрузили. Ну, здесь у нас мелочь. Вот, мы ее даже показывать не хотим. А вот здесь, а, бля... У-ху! Вот это да! Бля, у меня это в камеру не залазит. Да. Да ты лучше рядом ляг. И все, да. Вот тебе, пожалуйста, для сравнения. Сергей Владимирович и его дети. Нет. Нет. Ну, с алками я отношений сексуальных не имел. Да ладно. Хочу сказать, что это спортивная, скажем так, спортивная охота, это, скажем, не является, что вот, дорвались.